Скажи, а вот слухи, это, я думаю, что это явный вброс, но тем не менее такой вброс тоже циркулировал о том, что якобы путинские стоят за этим проектом. Ну, может быть, и не финансовая составляющая. Я думал об этом, даже меня Быков спрашивал. Быков, почему нас считают путинским проектом? Я действительно так запарился, я подумал, что, понимаешь, ты же, Быков, все-таки честно пишешь. Ага. Ты можешь писать, что Путин... Дима честно пишет? Вот для этого честно. Проекта ты считаешь, что он пишет честно? Да. И месседж абсолютно. Иногда мы даже согласовываем месседж. То есть это не совсем... То есть это вполне себе коллектив. Ну так вот, я говорю, понимаешь, как бы ты не относился плохо к Путину, угу. Он у тебя все равно получается такой мужик. Он, может, зловещий, плохой. Угу. Но он такой, серьезно. А Путину только это и надо. Угу. А Медведев у тебя... Угу. И оно тоже так и есть. Поэтому, а там же у них были очень сложные отношения в прошлом политическом сезоне. Ну, там якобы Медведев хотел... Путина и Медведева. Я думал, Быкова с Медведевым. Нет, и Медведев якобы хотел опять на второй срок, там, были разборы. Угу. И были плохие отношения. У нас действительно, если посмотреть весь наш проект, у нас Путин, конечно, зловещий, страшно. Он плохой человек, но он все-таки человек. А Медведев вообще ни за что. Так вот сложилось. Я говорю, конечно, опытные политические люди говорят, ага, мы видим, на самом деле, в какой команде вы играете. Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».